Всем привет, с вами Rolling Moto, и сегодня на обзоре мотоботы для мотокросса Enduro Super Moto от бренда Sidi линейки Crossfire. Sidi – это итальянское качество, проверенное десятилетиями и тысячами эндуристов и мотогонщиков. Кстати, фирма Sidi одна из первых начала выпускать специальную мотообувь для внедорожной езды на мотоциклах. В их мотозащите используются самые последние наработки и технологии в мире мотоэкипировки. Рассмотрим три модели мотоботов: Sidi Crossfire 3, Sidi Crossfire 2 SRS и Sidi Crossfire 3 SRS. И выясним, какие у них основные преимущества. Как мы знаем, главная суть мотоботов – максимально защитить голеностоп райдера от травм и ожогов от выхлопную трубу. Поэтому при выборе мотобот в первую очередь обращаем внимание на Sidi Crossfire 3, которые имеют защитную заменяемую накладку на голени, которая имеет анатомическую форму. Накладка изготовлена из прочного термопластика. Как и полагается топовым мотоботам, модель Crossfire 3, в отличие от мотобот с маркировкой 2 и 2 SRS, имеют два шарнирных соединения вместо одного. Здесь предусмотрена система Flex System CF3, в верхней части ботинка, которая позволяет отрегулировать степень сгибания мотобота в соответствии с личными предпочтениями. И дополнительно в районе лодыжки присутствует Hyper Extension Block, то есть дополнительный шарнир, блокирующий переразгиб. Благодаря шарнирной системе ноги райдера могут двигаться в широком диапазоне движений в пределах нормы. В то же время такая конструкция мотобота ограничивает неестественный перегиб и гиперэкстензию. Пятка мотоботов имеет анатомическую форму. Она усиленная, изготовлена из полиуретана, что обеспечивает большую безопасность в случае скручивания. Носок полностью защищен прочными пластиковыми панелями с рельефным геометрическим рисунком для лучшего сцепления с подножками мотоцикла. В мотоботах Sidi Crossfire 3 предусмотрена удобная система регулировок. Это 4 регулируемых заменяемых застежки. Застежки крепятся с помощью винтов и легко застегиваются даже в перчатках. Сама пряжка регулируется, и после регулировки ее ремешок дополнительно фиксируется в специальных пазах, предотвращая его нежелательное смещение. Замок можно один раз настроить под себя и быть уверенным, что мотобот будет сидеть точно по ноге. Подкладка мотоботов выполнена из дышащей гипоаллергенной ткани. Внутри мотоботов предусмотрены комфортный мягкий наполнитель и анатомическая стелька. Мотоботы Sidi имеют удобную регулировку обхвата голени. Внутри расположены пластиковые элементы, переставляя которые можно увеличить окружность голенища. Это позволяет добиться максимально возможного комфорта людям с разной полнотой ноги, а также с удобством пользоваться коленными брейсами разных производителей. Мотоботы Sidi линейки Crossfire обладают достойной влагозащищенностью, что позволит использовать их, например, для проездов во время дождя в лесу. Чем хороши модели Sidi Crossfire 2 SRS и 3 SRS? И чем они отличаются от Crossfire 3? Здесь все те же продуманные системы безопасности в виде сменной защитной накладки в верхней части, усиленного носка и пятки, удобных систем регулировок. Но в отличие от Sidi Crossfire 3, на этих двух моделях есть возможность замены центральной части подошвы, о чем и говорит приставка SRS Sole Replacement System, или система замены подошвы. Это особенно актуально тем райдерам, которые активно тренируются и участвуют в соревнованиях по мото и эндуро-кроссу. В таких условиях особенно страдает центральная часть подошвы и быстро изнашивается. Можно поставить новый блок подошвы в центральной части взамен истертого, или подошву с менее или более агрессивным протектором, который лучше подходит для конкретных условий использования. Подводим итоги. Мотоботы Sidi линейки Crossfire обладают мощными системами защиты в виде прочных накладок и усилений в каждой части мотобота. Подстраиваются точно под анатомию ноги благодаря удобным регулировкам. А в моделях SRS есть возможность замены подошвы. Мотоботы комфортные, имеют хорошую систему вентиляции благодаря дышащей перфорированной ткани во внутренней части мотобота. Мотоботы Sidi подойдут профессиональным райдерам для тренировок и участия в соревнованиях, а также для всех тех пользователей, кто привык серьезно подходить к выбору экипировки. И у нас есть отличная новость для вас. Топовые мотоботы Sidi до конца октября 2023 года можно купить с большой скидкой в целых 15%. Акция действует во всех мотосалонах Rolling Moto или на нашем сайте www.rollingmoto.com.
Берегите себя. Всем пока.